Так, это у нас 19 августа 2021 год, Харьков, 21.17 по Киеву в Харькове. Снимать будем Юпитер, который сегодня в противостоянии. Но начнем все-таки с Луны, дабы было понятно, в каких условиях атмосферных приходится снимать. Но, тем не менее, обязуюсь Юпитер показать. Несмотря на все, тучность погоды, пускай будет такая классная фраза, двусмысленная, некорректная, но тем не менее. Так, хорошо, давай. Ужас. Еще и ветрено. Ну, на ветреное жаловаться не буду, потому как этот ветер разогнал нам облачка хоть частично. Я только что в первом дубле даже что такое? Сторожа какие-то сейчас. Так, и вот Юпитер в противостоянии. Три 600 миллионов километров до него. Надо же, даже спутников не видно. В предыдущем дубле были. Облачка все-таки берут свое, да. Ладно, подождем, может дальше лучше будет. 19 августа 2021 год, Харьков. Давай на Сатурн посмотрим, может там облаков меньше. Да, ну, я бы не сказал, что намного лучше видно Сатурн. Ну, кольца все-таки рассматриваются, просматриваются. Так, это ISO 3200, предыдущий дубль был 6400. А это у нас ветер. Ребятки, девчатки, тут я ничего не поделаю. На предыдущем дубле даже, по-моему, спутник ниже Сатурна был виден. Хорошо. О, да, Юпитер вообще исчез из поля зрения. Вот это я вовремя снял. Закрыло облаками. Ну, пошли закончим на Луне. Понадеюсь я на то, что с утречка, может, перед работой еще успею поснимать.
Тем более формально противостояние будет именно часа в 2 ночи. С 19 на 20. Да, ну это издевательство, конечно, в таких условиях снимать, но дата обязывает. 19 августа 2021 год, Харьков. Противостояние Юпитера на ближайшем расстоянии к Земле, он сегодня 600 миллионов километров. До Луны поменьше, 369 тысяч, а до Сатурна 1 миллиард 340 3. Да, хорошо, когда деревья на фоне Луны, очень как-то это впечатляет. Ладушки. 19 августа 2021.